Блин, ну я не знаю, как ты думаешь, мы загрузимся или мы опять будем по новой Не знаю, искать? но у меня 24 счет. Ну вот, а ты переживал. Да, я думаю, надеюсь, он загрузит. Ну, может, нет, конечно. Блин, на P90 уже не хватает. Денег не дают, да? Давайте дробовик возьмем. Дробовикаем сейчас. Не было бы не сбивать. Краснодар там тоже что-то уничтожает. Краснодар тащит. Правда, один патрон остался. Ну, а тут петуха кто-то моего бросил. О, аук, ебать, все, до свидания, парни. Ваш смерть. Воу! Что мы творим? У нас до сих пор бот, кстати. А? Так и что, мы с ботом будем играть? Нет, походу нет. Оу! Мы с бота начали. Да, мы походу будем с ботом играть. Ребят, всем привет, это Джунгли Рояль Кор. Кто не понял, я играю с Алькором. Да, играю с Алькором. Это Сильвер 1 звание, мы будем вообще просто жутко прикалываться. А ты где, кстати, подожди? Я на Б побежал. И я к тебе. А ты в другую сторону. А, понял. Я возвращаюсь. Ты розовенький. А ты какой, желтый? Или оранжевый? Вы что творите? Не знаю, я умираю, по-моему. Я рядом. Хорош! Разобрались. Команда. Чувак с мины здесь уже. Да, только он ее, по-моему, не собирается ставить. Он не знает, наверное, как ставить мины, это же Сильвер 1. Я про тоже. Воу-воу-воу! Из тьмы выходит. У меня очень мало хп. Привет. Поэтому... Меня убили. Меня блин, тоже. Мы слили первый раунд. Да, а бомба стоит? А, он до сих пор ее не поставил, офигеть. А кому это надо? Он даже не понял то, что сзади него, а? Стоит. Да ладно! Хорош! Найс. Что это? Ладно. Кстати, знаешь что? Тут Дигл стреляет не как в этой. Да, не так. В Сарсе никак в 1.6. Абсолютно по-другому стреляет. Я вот как раз, у меня прошлый выпуск был, я играл только на дигле. Погнали опять на Б. А я пошел на длину. Ну я, короче, это... С тобой бот, не беспокойся. Понял. Или это человек просто химик. Это ж в качестве прикола. Все, я... Как ты понимаешь, человек? Я одного минуснул. Блин, как же там нифига не видно. Нифига, ты что творишь? Нужно автоподбор оружия убрать. Кстати, да, там в настроечках можно. Чтоб он в жопу брал его, а не в это. Нифига я тут стреляю с ним, слушай. Так, все, я сижу. Блин, а че, почему никто не кроет? Он у себя на базе. Понял. Я там с ним стрелялся, я очень долго. Ты самый ценный игрок, слушай. Ты куда уронил пушку? А, сам по 7 гонял. Ты самый ценный игрок этой партии. А, вообще, я просто МВП. Не знаю, сейчас ручки былое вспомнят, и все, я пойду. Слушай, я не буду закупаться. Даже. Так и правильно. Не надо, зачем тебе это? Я останусь с УМП-45. По-моему, это говно пушка, но... Чё-то я убил их, значит, не говно. Сзади меня, правда, всего один человек. Так. Одного минуснул. Одного тоже. Второго минуснул. Оу! Меня минуснули. Где? На Б. Понял. У вас там всех, походу, да? А, не. Да. Нормально. Ну, я взял бота, и мы расстреляли, короче. Так, ну слушай, бот, я предлагаю нам все-таки, наверное, побольше пофаниться, и может какой-то этот... Я, короче, вон, сброшу калаш. Я Зеукс закупаю, да, и буду бегать только... Давай. Я не буду брать автоматы, короче. Я буду только с Б3 гонять. И Зеусами. Б3 и Зеусы. Ну, имеется в виду все пистолеты-пулеметы и... Дьюс. Ну и пистолет, может, возьму там. Все, я с Зевсом. Я будем пробовать. Пистолет и Зевс у меня, все. Я с USP-шкой и с Зевсом бегаю. У меня по 90.
90-й Зеус. Выходи просто. А, ты на меня. Нажимаю Ctrl, чтобы посмотреть. О, не Ctrl, а Alt, чтобы посмотреть иконки героев на карте. А, по Ось. Привычке, да? Ух уж эти дотеры. World of Dodix. Просто. Блин, парень. На Б бежит через центр. Я только расчехлил Зюс, блядь! На! Придется его потратить. Раз я его достал, значит стреляй. Еще один купим. 200 рубасов, не жалко. Да, у меня тоже есть один. Блин, как же долго он Зюс достает, это капец. Да, а я, кстати, не обратил даже внимания, слушай. Слушай, сейчас ну я да. наглею. Так долговато. Я пошел наглеть, я просто тупо по миду сейчас выйду. А я через центр тоже на мид пойду. Не супер в открытую. Да. По 90 Зюс. Блин, я Зевсом на него бежал. А. У меня поднялось оружие. Я Зевсом промахнулся. Еее, я попал. Я с ножом был, блядь. Я шел резать его. Я шел резать. У меня, короче, автомат поднялся. Надо в настройках убрать эту фигню, чтобы не поднимался. Да, я не помню, где это надо найти. Автоподбор оружия в резервный слот, это как так называлось раньше. Ну или что-то такое. Бомба не стоит. Привет. Там что, с пистолета стреляешь? Каких да. пистолетов? Только Зюсы и... А я уж, я же и потратил Зюс. А, ну все, значит МПшка стреляет. Все, я да, с USP-шкой. Блин, никогда не привыкну, что... Точнее, я уже привык, еле привык, что Зевс это Зеус. Зюс, точнее, правильно говорить. Зюс. Да ладно, Зюс. Мы ж в России. Зевсяра. Нормально. Чисто так. Подожди, а где? Опа, я вижу. Он убил бота Грэма. Надо мстить. Он через центр, походу, пошел. А, не, вот он, все. Я нашел. Он меня убил, кстати. Вижу. Он, кстати, так вроде стрелять умеет. С ножом! Давай! Давай! Не дотянулся! Длинного почти. Ножа не хватило! Почти, а мы победили! Ну да, там бомба взорвалась. Был бы у меня Зюс не использован, он бы умер. Что он делает? А. Кстати, да, надо купить неиспользованный Зюс. Зюс. Да, Зюс. Зюс. Так, нужно где-то найти настройки. Это где? Вообще параметры игры наверх. Я пошел на длину. Пойдем со мной. Потом. У меня есть план. У меня есть план. Зюс план, да. на длину? Да. У Зюса поражение, по-моему, как у ножа, нет? Я знаю, там небольшое, да. Но у меня план есть. Вау, у нас уже заступили. Ай, я промазал. Точнее, он был слишком далеко. Ты вышел передо мной. Извиняюсь, то, что я так подставил. Мы вдвоем, короче, с тобой слились, нормально. Ты негодяй. Не выходи да, передо мной просто. Есть я такое. Для этого не стал стрелять, чтобы тебя не давать. Да застрелил бы, пофиг. Зевса. Так. Боже, они так бегают смешно здесь вообще. Управление ботом это что-то с чем-то. А кто играет за бота, ты? Я. Да, вижу ты, да. Давай. Шо, парень, по 90 не контрится, да? Сейчас мне в голову как-то ебанут, почему? Хорош! Там бомба. Вот он! О, их там много! Ты без брони бегаешь, какого хрена? А бот не закупает броню. А, ну да. Боже, что он творит? Алькор читер, с читами катает. Так, мне осталось понять, где последний. Да, ты за бомбой иди. Да, вот он, наверное, бегу, он, наверное, возле бомбы где-то сидит, скорее всего. Ну, вряд ли. О! Ты был близок. Да, я прыгнул. Я типа перепрыгивал, я не думал, что он будет тут. И если бы я шел пешком, у меня бы не тряслась пушка. И, наверное, я бы его убил. О, не-не-не, только я, петух. Просто я петух, с АВП хочу петух. Пострелять чуть-чуть. Капельку можно? Ну, нет, ну да, давай. Я так, чуть-чуть. Я все равно через мидл сейчас пойду. Посмотреть, как пойдет вообще. Ну, я АВП когда-то просто единственная пушка, с которой я катал. Насрать был на все остальное. Ну да, у тебя же там супер ранг был.
супер глобальная нова. Ой, меня убили. А нет, меня не убили, я живу. Я что-то вообще задумался так. Блять, ну ладно. Ты бы видел сейчас, что я сделал. А где убили-то? На Б. Я, короче, в прыжке дал Зюс, но само собой не дотянулся, далеко было до пацана. Выхватил в прыжке же это. А, все, мы проиграли. Да? То он разминирует бомбу. Блин. Да? Нет, мы выиграли. Разминирует бомбу? Оп, оп. Окей. Чайный пакетик. А что, я не могу второй чайный пакетик сделать? Что, убрали? Я думал, проиграли. Нет, ты что, я с вами, не сы. Окей. Если напрягусь, то могу покакать на лесу человека. У меня есть Зюс. Плохая способность. Зюс. Двое на Б пошли, двое. Понял тебя. Выбегаю уже к ним. У меня музыка играет, типа, мне с АВП вообще, короче, не очень. Опа. Минус расист. Антирасистская группировка. А, я Зюсом промахнулся. Нас пистолета просто. Все, нормально. Задор. Я не понимаю. Что? Нет. Откуда? Я тоже не знаю. С базы? Нет. С дырки? Да, с дырки. Блин, у него пушка точно более точная, чем у меня. А он АБ, да? У него пушка точнее, чем у меня, я не смогу его. Мне нужно, чтобы свой вышел и его припугнул. Я пошел план ставить на А. А ставь, да, план. Еще минус один. Все, он один остался, я знаю, где он сидит, он мимо меня не пройдет. Но только если не супер дерзкий парень. А он супер дерзкий! Он с прыжка просто вылетел в меня. А, у него не М-ка. Все, нормально, он стоит на базе. Стоял. Стоял. Назар бросает этот матч и получает бан. У нас два бота осталось. Хорош. Слушай, так получается, нас еще плюс два человека. То есть ты можешь одним ботом, я могу вторым. Типа, у врагов, по идее, шансов нету, да? По идее. Ну да. Но, боты мрут как мухи, поэтому забудь просто. Вот двое на Б. Трое. Или... А, там снайпер пробежал. Сейчас нашего бота не станет. Нет? У нас плант упал на длине. Возвращайтесь. Меня со спины убили. Фак. А как бота взять под контроль, слушай? Е. Поздняк. Минус 3 сделал на базе. Слушай, о, бой! It's a Spider-Man! Я нажимаю Space, а у меня карта не закрывается. Нормально? Нормально. Карта? Space? Что? Телефоны, блядь? Звонят. Не заморачивайся. Просто не обращай внимания. Кто-нибудь другой возьмёт. Все, взяли. Изи. Я буду бегать... Пистолеты. Я Зюса убил парня одного, первый готов. Так что ты, боже, эти боты, они тупые, хотя это был не бот. Опа, как же я флешки божественные кидаю. Ни хрена вас разбили. Надо было подойти на миллиметр ближе просто, я бы убил парня. Ты за бота играешь? Да, я по 90 нашел у парня. Если бы я на миллиметр ближе подошел, я бы убил парня Зюса. Но что-то я рискнул издалека. Вообще борды. Я их напрягаю там. В голову ему дал, убил. Изи. Их двое, они там все сидят. О, вышел слева один. Дал мне. Понял. Я, кстати, мог его зарезать, ну ладно. Ну, я боялся, что он в тебя... Да пофиг, да. Давай, ставь план. Он на... А, он на базе у них. Чисто на базе сидит. Окей. Чисто их база, да. Вообще не могу. Оу, мне прям в глаза флешка прилетела. А, я его резанул один раз ножом. Можешь попробовать взять на нож. Но такое. Не достанет. Ха-ха-ха!
блядь. Жесть. Юсы просто. Лазерное оружие! Прием! У нас лазерное оружие! Бля, такой топчик. О, меня вырубили. Я пошел за бота катать. Бля, мне нравится наш противник. На длине, один. Он рядом с бомбой, на длине стоит. Возле... Вижу, но вряд ли я его убью. Там где-то в районе ямы, короче. Я понял, но вряд ли. А вон там. Да он так себе стреляет на самом деле, можешь не бояться. Если он вышел из ямы, то нормально. А, нифига ты читак, слушай, офигеть. Просто изи. Фу. Короче, я выхожу через мид, а там у них один челик, походу, прочухал мою старту выхождения через мид. И он сидел за дверью с дюсом, но не попал в меня. Я начал по нему шмалять с P90 и такой подумал, да ну, ты меня стрелял с Зюса, я тебя убью с Зюса, настал с Зюса, чтобы не было вопросов. Воу, аккуратней с диглетами. Я его сначала ослепил, а потом убил. Ай! Профессионал, ой. Коптер, погоди. Сгори в аду. P90 не контрится. Вон, он на базе стоит. Где? А, вы уже убили? А все, о, эмочка. Сейчас с эмочки пошмаляем. Слушай, а счет-то 1-10. Что-то мы жесткие счет. Какие-то. Да. Я слышу его, он здесь, в центре где-то. А, понял, обидно. Я надеялся, не через базу пойду, через свою. Оба там, да? Оба там. Да, бегут, да, оба. Тебе. Да не надо, я сам справлюсь. Блин, ну что ты делаешь? На! Сколько у тебя хп? На тебе. Так, что самое интересное, я пытался, короче, Зевса убить, но что-то не срослось. А так я бежал, чтобы взять... Там кто-то еще вышел, слушай, там кто-то вышел. Не-не-не, все нормально. Было написано, кто-то покидает матч. Не, может, это старенькие еще сообщения. У меня $16,000, которые не знаю, куда тратить. Эх, было бы у меня в реале $16,000. У меня тоже, да, $16,000 в реале было бы неплохо, на самом деле. Мне кажется, много кто хочет $16,000 в реале. Да, только не все понимают, что с ними делать надо. Вы уже ждете меня? Они просто уже ждут меня. Ладно, понял, парни. Понял. Я больше не буду так делать. Хорошо. Никакого мид. Вы догадались, как играть против меня. Я понял, тебя законтрили. Да, просто, но у меня есть бот, у которого есть другая пушка, с которой я точно вообще не умру. Потому что это пушка имбалансная. У меня есть бот, у которого есть другой бот. У которого есть бот. Да, у которого друг бот. Руку лежал. Блин, я же хотел его... О, боже, маршотик. Мне не дали Зевса фраг сделать, так нечестно. Ты мне тоже не дал два фрага с ножа и Зевса сделать, вот все честно. Все так, как должно быть. А с ножа можно зарезать? А это где последний? Он возле бомбы. Дефузит бомбу уже, да. Уже нет. Враг обезврежен. Я тут выбегаю такой с ножом, значит, говорю, вот сейчас мы сделаем дело. Так, нет. Я знаю, я немного нарушу свое обещание гонять только с той штукой, но эта штука тоже такая же, поэтому... Тоже весело должно быть. ССГ. С ней вроде даже быстрее. В 1.6 с ней быстрее бегаешь и с Арсей, чем с ножом, по-моему. Так, надо как-то попробовать все-таки. Я смогу их убивать? Зевса, фраг сделать еще. Ай, боже мой! Вот это да. Бля, как же... Как же... Оу! Оу! Сколько у вас там? О, снайпера! Там их трое было все это время. Ничего себе. Это босс. Все, изи. Там раз другой стреляны. Человек все порешал. Ты что там ползаешь на корточках?
Блин, а с этой штуки реально прикольно стрелять. Она такая, это такая уебищная, она такая забавная. Короче, все, я выкидываю М-ку нафиг на базе. Я пошел с Зевсом. О, бой! Косплеем гангста, щит. Где мы? Боже, пошли, пошли. Я косплею гангстера просто. Йоу, мэн, нига! Так, сейчас только надо проверить кое-что. Оу! Что? Оу! Что? Оу! МЛДЖИ! МЛДЖИ! Иди сюда, сынок! Сьюз! Так, я с дуалберетами, просто косплею гангстера. Давайте. Где вы там? Вылезайте на меня, я же гангстер. Да вон там на базе что-то ходит. Я его ваншотнул, все нормально. Ну кто тебя просил? Гангстер, 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 гангстер! Резать, 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 резать! Резать, резать, резать. Резать! 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 Сзади еще один человек бегает. Противник. Где он? Где-то был. Где-то тут. Он убил! Он убил! Он бомбу дружит! Нет! Ну ладно, нормально. Два раза мы прослили, нормально. А что ты начал брать-то пушки нечестные? Надо было играть на самом дерьме. Не, ну я так нормально так, чуть-чуть подразом. Все, USP-шка, все, USP-шка и Зевс. И набор сапера, и USP-шка, и набор сапора, сапора. Блин, а можно я как-нибудь Гейбу заплачу, и у меня два Зевса будет с собой, а не один? Почему, правда, только один, блин? Это так неудобно. Ну, типа он ваншотит. Типа он очень мощный. Да. Оу! Меня на длине прессингуют. Убил в тёмке просто один выстрел, один труп. Я одного Зевса застрелил. Вижу. Нормально. Один на А, короче, пошел. Да я их видел вообще всех. Братан, стой! Блять. Они жесткие какие-то, они стали жесткими, они читы подрубили. Да блин, свой щек пробежал прям мимо меня. Оп. А чё я за бота не играю? Лол? Так. Слушай, это прикольно, когда боты в команде. Типа ты постоянно играешь. Ебать! Я не умею с этого пистолета стрелять вообще. А не стреляй с него давно. Может и хороший, да? Ой, я кого-то убил. Не, чувак в полете убил сейчас. Это было болезненно очень. Есть этот? У тебя бора нету? Нет. Ну, у меня-то был, у бота нету. Бабушка не учила ботов покупать набор. Нет. Поэтому мистер Пропер пришел и дал бабушке поебал. Ну, на самом деле, пистолет оказался не таким уж и плохим. Он такой интересный. Не, может косплеить гангстера? Косплею гангстера. Йоп, бой! Это ковбой, не газ. Ты ковбой. Ну, тихо. Ты ковбой. Ага. American boy. Мне кажется, они опять сейчас пойдут на длину. American boy. Уеду с тобой. Не, я думаю, на Б. Да, они на Б, походу, пошли. Здесь никого нет на А. Или по миду, слушай. А может, правда? Блин, походу... Не, по длине. Ааа! Нанесу на урон 99. Я с ножа зарезал одного. Чувствую, когда мне очень больно. Так, они, по-моему, там уже. Да. Вау! Что это было? Я слышал, что такой. Вау! Один так тёплый, я еще и с ножа успел зарезать кого-то. А, нет, сори. Блин, это почти... Эйс! Я эйс сделал! Ебич! И кто здесь ковбой, сучка? Ну, ты с чем делал? Я одного с ножа зарезал, другого с Зевса убил. А, нормально. А я вам продолжаю гонять с дуалберетами. Считается, считается.
Да, может их это, может мне кнопочку какую-нибудь, которая там 2 миллиона нажатий сделает, чтобы с берета херачит, как бешеный. Давай. Не, это читерство. Буду просто левой кнопочкой долбить. О, Б, все Б, все просто. Все Б, блин. У Б. Минус? Ну, нет, не все Б. Как же я криво кинул флешку! Оставь его мне. Блин, ну попросил же! А я не знаю, как я его убил! Да ну ты! Сколько у тебя? 100 хп? На тебе! На тебе! А ты меня убьешь, если выстрелишь, у меня 6 хп! Все. Не стреляй в меня. Ты бы видел, как я того убил последнего на рандоме, вот которого ты попросил не убивать. Я стрелял в голову другому человеку. Нормально. Я просто умею, да. Ничего такого. Блин, я зевсом очень далеко стреляю. Нужно привыкнуть, что это не пистолет, а именно ближнебойное оружие. Я вижу жертву. Не мешайте! На зигзаге никого. А, нет, есть. Минус зигзаг. Нож. Там на зигзаг. Боже, что за война? Ну, я опять Зевса промахнулся. Не умею Зевса. На А, на планете А человек. А поконкретнее мод? Оу. Он со скорострелом. Он пидор, запомни это. Понял, окей. И он на планете А прям. Что? Воу-воу-воу. Нифига себе! Это что сейчас было нафиг? Бери бота. А я не могу. Ты воу-воу. Последний остался. Хорош. Там еще один с скорострелом. Где ты? Где-то в... О, вот он! Хорош! Тащим! Мы победили! Это супер, просто, бро, ребят, давай. Один, ваш ранг повышен. Короче, ребят, кто за продолжение рубрики, давайте соберем хотя бы вот 3000 лайков. Вот КС-очка по субботняя КС-очка, давайте вот соберем.